всему миру постоянно придумывают новые медицинские гаджеты и пытаются по-новому взглянуть на привычные приборы. Так в Швейцарии изобрели удивительно технологичный градусник. Он измеряет температуру тела с помощью инфракрасных датчиков. Изобретение нужно просто приложить к виску, и температура отобразится на дисплее буквально через пару секунд. Все измерения можно сохранять на смартфоне с помощью специального приложения. Гаджет уже поступил в продажу в США, правда, стоит недешево, порядка $100. Но это плата за скорость и удобство в использовании. С вами Маргарита Воробьева и полезный дайджест о комфортной жизни в мегаполисе, красота и здоровье. Здравствуйте! Врачи много и часто говорят о пользе профилактики заболеваний, однако редко кто воспринимает эти призывы всерьез. Но если речь идет о детском здоровье, то игнорировать советы врачей нельзя. Например, чрезвычайно важно регулярно посещать детского офтальмолога. Патологии, связанные с глазами, у детей могут приводить к нарушениям психического и умственного развития. Кроме того, ребенок, особенно маленький, не будет жаловаться на плохое зрение, поскольку не знает, как это хорошо видеть. Именно поэтому за формированием зрительного аппарата малыша должен наблюдать хороший специалист. Подробнее на эту тему поговорим в следующем сюжете. На сегодняшний день частота глазных патологий у детей неуклонно возрастает. Это связано с тем, что дети стали проводить больше времени перед цифровыми устройствами. И речь не только о телевизорах. Сейчас большинство дошкольников являются активными пользователями смартфонов и планшетов. В связи с этим очень важно своевременно выявить снижение зрения у ребенка. Но как это сделать обычным родителям? Нужно обязательно обратить внимание на такие симптомы. Частое моргание, прищуривание глаз, ребенок близко подходит к телевизору, жалуется на снижение зрения, затуманивание, глазки иногда краснеют. Если вы заметили такие симптомы, обязательно нужно посетить детского врача-офтальмолога. Но зачастую дети, боясь того, что их лишат любимых гаджетов, могут не пожаловаться родителям на проблемы со зрением. Поэтому специалисты рекомендуют ежегодно проходить проверку у детского офтальмолога. Тем более, что этот процесс не вызывает дискомфорта. Пока ребенок наблюдает за картинкой, врач получает информацию о состоянии зрения. Чтобы определить наличие отклонений у ребенка, в арсенале врачей существуют различные современные приборы, позволяющие с большой точностью поставить тот или иной диагноз. Прибор позволяет оценить, нет ли воспалительных изменений со стороны глаза и нет ли врожденной патологии. Но у Егора все хорошо. Наиболее частая и распространенная патология у детей – это близорукость. Ей страдают около 80% детей дошкольного и школьного возраста. Однако, если вовремя обратиться к врачу, то проблему можно решить, ведь детское зрение поддается корректировке лучше, чем взрослое. Бесконтактное эхо. Биометрия имеет очень большое значение при прогрессирующей близорукости. Она позволяет оценить размеры глаза. Это очень важно для того, чтобы определиться с тактикой ведения близорукости. Необходимо ли хирургическое лечение в последующем. Если после тщательной диагностики выявляются такие зрительные патологии, как близорукость, дальнозоркость, косоглазие, астигматизм, атрофия зрительных нервов, то помимо назначения очков, врачи могут порекомендовать и курс аппаратного физиолечения. Сначала наружные точки, а потом внутренние точки будут идти стимуляция у тебя. Прибор тебе даст сигнал, когда нужно будет точку поменять. Так как при приеме лекарственных препаратов возникает вероятность нежелательных побочных эффектов, а хирургическое вмешательство, как правило, является крайней мерой, то для детей физиотерапия считается наиболее безопасным методом лечения и реабилитации. Чтобы ваш ребенок смог обходиться без очков как можно дольше, регулярно посещайте врача-офтальмолога и занимайтесь профилактикой, ведь именно в детском возрасте она наиболее эффективна. Знаете ли вы, что отпечатки пальцев человека имеют 40 уникальных характеристик, в то время как радужная оболочка глаза 256? Именно по этой причине сканирование сетчатки используется в целях безопасности. Клиника микрохирургии глаз имени академика Святослава Федорова. Весь спектр офтальмологических услуг для всей семьи. Внимание, родители! По телефону 270-0030 вы можете записаться на консультацию офтальмолога для малышей с первого года жизни по специальной цене 990 рублей. Или на полную диагностику зрения детей старше 3 лет за 1750 рублей, если назовете пароль «Красота и здоровье». Иметь собственного стоматолога – большая удача. Согласитесь, посещать одного и того же профессионала удобно, и ему можно доверять безоговорочно. Однако, если такого специалиста нет, то поиск опытного врача или хорошей больницы может занять довольно много времени. Редакция нашей программы выяснила, на что стоит обратить внимание при выборе стоматологической клиники. Советы опытного эксперта в нашем следующем материале.
Возможность выбрать себе стоматолога или стоматологическую клинику сегодня – это не роскошь, а разумный выбор человека, неравнодушного к своему здоровью и имиджу. Но можно ли, впервые обращаясь в клинику, оценить ее уровень и определить мастерство персонала? Существует несколько признаков, определяющих профессиональный подход к лечению зубов. В первую очередь стоит обратить внимание на возможность комплексного подхода всех специалистов, существующих в современной стоматологии. Это таких, как терапевт, пародонтолог, ортопед и имплантолог. То есть наличие всех этих специалистов в одной клинике позволяет получить консультацию полноценную и иметь полное представление о состоянии полости рта. Бывает, что пациент приходит, чтобы просто подлечить один зуб, но после комплексной диагностики оказывается, что проблем гораздо больше. В крупных клиниках в этом случае не предложат делать все и сразу, чтобы получить максимальную выгоду. Компетентные врачи обычно поступают иначе. Составляется финансовый план, план лечения на порой даже на год вперед. И приходится его выполнять, зависит от финансовых возможностей пациента. То есть что-то он может быть полечить сейчас, что-то через полгода, что-то там будет делаться, допустим, через год, через полтора. Но прежде чем составить качественный план лечения, важно поставить правильный диагноз. Для этого клиники должны быть оборудованы современной диагностической техникой. Это рентгенологическое оборудование. В идеале это компьютерная томография, а также микроскопы стоматологические, которые используются для диагностики каких-то скрытых полостей, что не всегда можно визуализировать глазами. И также высококачественное оборудование для лечения. Помимо качественного оборудования, также важно и наличие профессионалов, которые умеют им грамотно пользоваться. В хороших клиниках врачи регулярно совершенствуют свои навыки и проходят дополнительное обучение. Это особенно важно, когда учреждение специализируется на протезировании и имплантации зубов. Свой высококвалифицированный имплантолог на вес золотом. К сожалению, имплантологов не так много. То есть, чтобы попасть на консультацию к имплантологу, в небольших клиниках приходится по 2 недели ждать. В хороших клиниках имплантолог есть всегда в наличии, то есть можно всегда прийти, сделать компьютерную томографию тут же проконсультироваться и получить в дальнейшем все полностью, весь план лечения. При этом сэкономить на лечении поможет наличие собственной зуботехнической лаборатории. Это снижает себестоимость работы, так как не надо оплачивать работу чужой лаборатории. Но дело не только в экономии. При наличии собственной лаборатории пациент имеет возможность на любом этапе примерки дентальных протезов вместе с техником и врачом обсудить и скорректировать их форму и цвет. Ну и последнее. В хорошей клинике всегда есть пакет гарантийных услуг, который состоит из гарантии клиники и, в частности, есть личная гарантия доктора. Конечно, при первом посещении всех тонкостей не выявить, поэтому не стесняйтесь спрашивать. Задавайте вопросы администраторам клиник, врачу на консультации, своим родственникам и знакомым. Лучшая реклама стоматологической клиники – хорошая репутация. Изучив образ жизни 14 тысяч человек, японские ученые пришли к выводу, что люди, которые чистят зубы не 2, а 3 раза в день, реже страдают от избыточного веса. Европейский стоматологический центр – одно из ведущих медицинских учреждений, осуществляющее лечение, протезирование и имплантацию зубов в Екатеринбурге в строгом соответствии со всеми европейскими стандартами. Чапаева, 23, телефон 288-76-17. Весной многие стремятся обновить свой дом, делают перестановку, меняют текстиль или же просто добавляют новые аксессуары. Мы знаем еще один способ освежить интерьер – использовать для мягкой мебели съемные эластичные чехлы. Кстати, их можно стирать хоть каждый день, а значит и пыль, которая въедается в обивку диванов и кресел, больше не будет проблемой. Подробнее об универсальном решении расскажем прямо сейчас. Ученые подсчитали, ежедневно на каждом квадратном сантиметре пола или мебели скапливается до 12 тысяч пылевых частиц. А в стандартной трехкомнатной квартире за год образуется до 40 килограммов пыли, которая проникает в легкие человека и может быть причиной аллергических реакций. И если с видимой стороны проблемы можно бороться подручными средствами, такими как пылесос и влажная тряпка, то с пылевыми клещами и микробами, живущими в мебели, дело обстоит сложнее. Казалось бы, легкий выход из ситуации – химическая чистка. Но для этого необходимо вызвать специалиста, работа которого займет полдня. А сохнуть после этого любимый диван может и до 12 часов. Да и стоит услуга весьма недешево. Еще один способ – самостоятельная чистка по принципу вбивания пыли во влажную ткань. Однако никакой гарантии избавления от аллергенов, микробов и пылевых клещей в этом случае нет. Но не стоит отчаиваться. Решением такой проблемы может стать съемный чехол для мебели. Так как в своем уходе он не требует вызова дополнительных специалистов и не нуждается в химической чистке. Все, что необходимо, это снять чехол и постирать его в стиральной машинке. Таким образом, вы избавите всю свою семью от бактерий,
пыли и споров аллергенов. Еще до середины 20 века чехлы активно использовали для того, чтобы продлить срок службы мебели. Шить чехол тогда было целой проблемой, ведь он выкраивался по индивидуальным размерам каждого предмета мебели. Но технологии не стоят на месте, и сегодня появились чехлы из эластичных материалов, которые не только справляются с эстетической, но и практической стороной вопроса. Чехол без усилий натягивается практически на любую модель дивана, кресла или стула. Получается, делая выбор в пользу этого универсального предмета, вы решаете несколько задач одновременно. Сохраняйте идеальный внешний вид мебели, а также избавляйте себя от скопления микробов и пылевых клещей в труднодоступных местах. Как правило, в состав ткани входят натуральные волокна, которые безопасны для человека, не вызывают аллергии и очень приятны на ощупь. При этом чехлы, в отличие от мебельной обивки, легко стираются в стиральной машине, не выцветают, не дают усадки и не теряют эластичности. Поэтому большую стирку, избавляющую от пыли, микробов и пылевых клещей, можно проводить еженедельно. Ученые подсчитали, что ежегодно в среднестатистической трехкомнатной квартире собирается до 40 килограммов пыли. Магазин «Еврочехол» – это большой выбор итальянских эластичных чехлов для вашей мебели. Внимание, в салонах новое поступление. Большой выбор чехлов для спинки и сиденья. Также в наличии подарочные сертификаты. Ждем вас в новом магазине в торговом центре «Дирижабль» на Шварца, 17, второй этаж. Телефон 239-64-60. Зачастую проблемы со спиной возникают только из-за того, что человек попросту мало двигается. Признайтесь, многие из нас ленятся выделить несколько минут на утреннюю зарядку и предпочитают пешим прогулкам поездки на автомобиле. Такой малоподвижный образ жизни может привести к серьезным заболеваниям, например, таким как протрузия и межпозвонковая грыжа. Но если раньше эти проблемы решались посредством хирургического вмешательства, то теперь можно обойтись и вовсе без операции. Каким образом? Расскажем прямо сейчас. Боль в спине, онемение рук, ног, шеи, скованность движений – неприятные симптомы, часто приводящие к серьезным осложнениям. Грыжа, протрузия позвоночника, артрозам и другим заболеваниям суставов. До сих пор при таких диагнозах назначали операцию. Разработки ученых американского аэрокосмического агентства значительно расширили возможности врачей. На смену хирургическому вмешательству при сложных болезнях позвоночника и суставов все чаще приходят роботизированные технологии. Роботы бережно возвращают позвоночник в анатомически верное положение. И таким образом воздействуют не на следствие болезни, боль, отек и воспаление, а на ее причину – смещение позвонков. Если на снимке МРТ мы видим смещение между пятым и шестым позвонком, то машина будет работать именно с ними, не затрагивая здоровые позвонки, не подвергая нагрузке весь позвоночный столб. Вытяжение помогает значительно сократить или полностью избавиться от грыжевого выпячивания. Это хорошо видно на снимках МРТ. Пережатые прежде нервы и кровеносные сосуды освобождаются. Как результат, уходит боль, восстанавливается питание хрящевых тканей сустава и объем двигательной активности, нормализуется давление, улучшается сон и память. И все это без наркоза и скальпеля хирурга. Облегчение в самочувствии пациенты отмечают уже в ходе первого сеанса. Раньше была скованность, сильная скованность, особенно в ногах. А сейчас как-то это все мягче, нету вот спастики такой. Намного лучше стало. Мы зафиксировали положительную динамику вплоть до полного исчезновения симптоматики более чем в 90% случаев. Спина у меня болела уже давно, особенно поясница. Боль стала очень большая и обнаружили грыжу. Обещали операцию. Стал выяснять, что еще есть, обнаружил метод безоперационного лечения. Врачи предполагают, что грыжа уйдет полностью. Раньше такие космические технологии были представлены лишь в единичных клиниках мира. Сегодня же технология безоперационного лечения болезней суставов и позвоночника стала доступна и жителям Екатеринбурга. Знаете ли вы, что спинной мозг, который проходит через весь позвоночник, в некоторых случаях может думать самостоятельно и отправлять сигналы в определенные органы, не согласуясь с главным центром? Ой, спина болит. Суставы крутит, сковывает, нет сил терпеть. Доктор Ост. Готовы мгновенно снять боль в спине и суставах. Лечим по передовым технологиям. Без операции и без лекарств. 227-0909. Применение лазера.
лазера в эстетических процедурах давно стало привычным явлением. Лазерный нож в хирургии тоже освоен врачами разных стран. Однако эти достижения инженерам показались столь незначительными, что они пошли дальше. Сегодня в век малоинвазивного лечения появляются лазерные технологии, способные за считанные минуты избавиться от боли в мышцах, суставах, связках и позвонках. А с самыми серьезными болезнями теперь можно справиться и вовсе без хирургического вмешательства. Подробнее об инновационном подходе к лечению боли узнаем прямо сейчас. Никогда прежде лечение мышц, связок, суставов и костей не было столь простым, безопасным и эффективным. Врачи научились избавлять от самых тяжелых заболеваний опорно-двигательного аппарата при помощи света. Световые импульсы способны благотворно воздействовать на пораженные ткани, стимулируя процесс регенерации. Возможности лазеротерапии последнего поколения оказались столь значительны, что заставили иначе взглянуть на традиционный подход к лечению артритов, артрозов, межпозвонковых грыж и других заболеваний опорно-двигательного аппарата. Как бы глубоко ни располагался болевой участок, высокоинтенсивный лазер достигает его благодаря действию импульсов сверхвысокой мощности. Здоровые ткани при этом остаются нетронутыми. Это важный отличительный момент от аппаратов предыдущего поколения. По мнению специалистов, с помощью хилл-терапии на первой же процедуре возможно купировать острую боль, снять отек, воспаление и способствовать скорейшему восстановлению поврежденных тканей. Данный лазер в сотни раз превосходит по мощности обычные лазеры. Но благодаря тому, что луч проникает вертикально, а импульсы краткосрочны, он не несет риска травматизации, не вызывает ожогов в коже, мышцах и других тканях. Инновационная технология действует быстро, безопасно и интенсивно. Лазер может моментально снять боль. Достигая очага патологии, лазер запускает активный синтез здоровых клеток в поврежденных тканях и может служить альтернативой хирургическому вмешательству. У меня давно болели суставы в коленях. Приходилось пить хондропротекторы, чтобы нарастали хрящи. Особых улучшений не было. Встал вопрос о протезировании. Узнала про лазер и решила попробовать его. Врачи дают хорошие прогнозы. Я рада, что наконец-то я избавлюсь от боли так просто, без лекарств и операций. После травмы долго не мог справиться с болью. Бывало, ночами подолгу болела рука, ныла, не давала мне покоя. Пробовал уже и массажи, и уколы, и таблетки, ничего не помогало. Надеюсь, что скоро смогу избавиться от обезболивающих и жить без боли. Высокоинтенсивную лазеротерапию по достоинству оценили в крупнейших клиниках мира. Теперь инновационная методика доступна и жителям Екатеринбурга. Знаете ли вы, что когда человек сильно толстеет, его бедренные кости тоже увеличиваются, исключая тем самым свою деформацию под напором лишнего веса? Спина болит, суставы крутит, сковывает, нет сил терпеть. Доктор Ост. Готовы мгновенно снять боль в спине и суставах. Лечим по передовым технологиям, без операции и без лекарств. 227-0909. С вами была Маргарита Воробьева, и это все, о чем мы успели рассказать вам на этой неделе. В следующей программе еще больше полезных советов, которые уже готовит наша редакция. Увидимся совсем скоро. Одежда ведущей предоставлена сетью салонов женской одежды «Серженетти». Болят и отекают ноги? Медицинский центр «Ангиолайн». Лечение варикоза без операций. В марте скидка на лечение 10%.